have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Итак, да, был у нас такой, как получается, перерывчик, довольно значительный, но мы проходили первую часть, и я вам говорил, что мы обязательно пройдем вторую. Пришло время, и сегодня мы начинаем Cat Quest 2. Пойдемте, индивидуальная игра. Естественно, новая игра, потому что я захожу сюда, ну, технически второй раз, потому что первый раз я заходил просто настроить звук, но в самой игре я не был. И вот здесь был в менюшке, поэтому в саму игру я захожу первый раз. Поехали. Да, да, вот этот вот слот мне вполне подойдет. Давным-давно обитал на земле великое зло. Два короля боролись с ним, но пали под натиском его разрушительной силы. И было пророчество, которое предсказало их возвращение. И только их свету суждено пробиться сквозь пелену мрака. Интересно, а первая часть будет связана со второй... Ну, вторая часть будет связана с первой? Мурчательные берега. Блин, мне нравится юмор в этой игре, если что. Связи есть, как такой Кири. Мой король, вы правда вернулись, пророчество сбылось. Это Кири. Кто такой Кири? Это какой-то душок маленький такой, прикольно. Так-то в первой части у нас был нешуточный сюжет. Это я, Кири, ваш королевский советник. Мир в беде, вы должны идти за мной. Окей, я бегаю. О, у меня есть партнер, с которым я смогу меняться, что ли? Ну-ка. Почему у меня на затылке два? И у него на затылке два. Прикольно. Ну хорошо, поехали. Есть пещера. Увидимся на другой стороне. Увидимся, ребятки. Пещера... пещера храбрых. Видимо, какое-то испытание на первый уровень. Ну что ж, пойдемте. Пойдемте. Это интересно. Пещера храбрых. Тут есть сундучок. Кошачьи лохмотья. Ну, экипировать. Стоп. Таб. Таб. Все, одели. Надо было сразу. Я не понял, что эта кнопочка означает таб. Тут есть ловушки. Музыка, кстати, похожа. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин, я забыл все основы боя, черт побери. Собачьи лохмотья. А, тут нету напрямую экипировать, тут можно только... Ага, все, я понял. X для смены, и вот теперь экипировать... Мы вдвоем будем ходить, да-да-да, у нас есть два персонажа. Угу, тут... Да, это опция, тут у нас, видимо, будет какое-то колдовство. Прикольно, прикольно. Надо подпривыкнуть, но... Привет, чувак. Чтобы увернуться. Да я помню, тут механика, в принципе, такая же, как и в первой части. Насчет драки. Блин, это этого чувака... Вот, минуточку, а как мне контролировать своего напарника, чтобы его не били? Поймай могущество первых королей. Да, возродится эта сила в вас. Огнемур и зимолапку. Прикольно. R, чтобы использовать. Ага. Вот, иксом можно меняться прямо здесь. Нет манны. Я тебя понял. Зато манна есть здесь. Неплохо, неплохо. В общем, нужно наловчиться меняться быстренько вовремя. Потому что
Манна есть у обоих. Блин, что-то прикольное. Ага. Ага. И что? Я понял, что шипы это... А, это единственный способ убить эту штуку. Он будет ломиться ко мне напрямую, а мне нужно будет его накидывать на шипы. Я понял. Спасибо, что объясняете это сейчас. Мне это нужно было в прошлом бою. Ну да, да, икс это поменять персонажа. Блин, нет маны. Валим! Ай, пожадничал, просто пожадничал. Так, надо кошатником, короче, играть, у него маны нету. Хорошо, что это не выбор. Я оба сундучка возьму. Отлично, у нас есть надписи, когда подземелье полностью зачищено суперским. Ага, так теперь у нас будет выглядеть отдых. Супер. Вряд ли вам понравится, но злые короли захватили престолы. Лев Муркуратор, типа узурпатор. И волк-лабрадор, блин. Лабрадор. Поэтому только вы сможете помочь нам, мои короли. То есть, да, это кэт-квест, но мы играем за кота и за пёселя. И будем помогать королевству котов и пёселей. Круто. Путеводный знак. Путеводный знак дает возможность быстро перемещаться по вашим королевствам. У нас будет телепорт. Фига себе. Окей. Южный Лапорт. Сейчас мы в Филингарде. Здесь правит лев. А это случайно не тот лев, которому мы в прошлый раз Кузнец по имени Кошалапа обещал помочь вам. Минуточку, Кошалапа это не Кошалатка, это уже другая, которая, да? Все, встретимся там. Мне интересно, сколько времени прошло с тех времен и связаны ли эти истории. Добро пожаловать в ваше мурлычество. Угу. Ебах, поспали. А ты кто такая? Селянин Холли. Лев страшный король. Его интересует лишь война и империя Люпуса. Угу. Будем знать. Валим. На самом деле, блин, чувака задели. Дуэльные вот такие, ну не дуэльные поединки, а драться вдвоем с кем-то, ну довольно прикольно. Нужно просто привыкнуть к таймингам. Блин, больно. Нужно привыкнуть к таймингам, на самом деле это прикольно, мне нравится. Так. Опа, левел. 7 уровень, у меня пока что 3. 10 уровень. Ну да, да, фармить нужно, и... Я понимаю, что квест там, если что, да. Я слышал, в одной из соседних пещер есть магическая табличка. Сам я не отважусь туда зайти. Ага, 7 уровень, кстати. Значок сохранения, офигительный, дискетка с ушками. Так, вы слышали о хранителях книг? Они могут помочь вам выйти. Но сам я квестов не проходил, поэтому ни разу не видел. Понятно. А тут? А тут заперто. Понятно. Хорошо. Блин, я не помню, как-то можно быстро бежать, кроме как, вот, ну, можно перекатываться. Хорошо, идемте к кузнецу. Коша попала в переделку. Ну, естественно, набор кузнеца, сложность. Ну, да. Взгляните на эту записку на двери Коши. Минуточка, это был квест, да? Сейчас я согласился. Отлучусь на минутку, вернусь очень скоро, друзья. Это случилось 2 дня назад, боюсь, она попала в передрягу. Ну, понятно. Блин. Ну, пойдемте, пойдемте.
Вы не чуете запах? Я вижу. Отличная работа ваша. Что, блин? А, идите по белому следу, супер. А, ты кто такой? Я хранитель всех преданий во времени. Хотите вернуться в тот момент квеста, когда приняли его в первый раз? А, нет, спасибо, спасибо. Это если я хочу отменить квест или что-то переделать. Ущелье у моря. Помогите кто-нибудь. Идем помогать. На четвертый уровень, мы третий. Ну, как раз примерно. Ого, привет. Кошалапа. Стойте, стойте. Не о вас ли рассказывала мне Кири? Прости мою грубость, ваше мурлычество. У меня просто голова кругом идет. Не хватает сноровки для добычи руды. Помогите мне, умурляю. Блин. Блин. Блин, ох, он быстрый. А! А, чуваку некуда было кувыркнуться. Руда, ерунда, давай. Так, с хпшкой надо быть поосторожнее, у меня же нет никакой лечебной магии. Красиво. Заманили на шипы. А, катантюриста, нагрудник катантюриста, типа авантюриста. А, так. То есть здесь у нас... А, здесь показано, на ком одета. А это у нас... Плюс 2 к бою, минус 1 к жизни. Потому что все те дают хпшку. Давайте одену. Нам нужно будет как-то... Не знаю, как-то просчитывать, что... Что одевать на наших героев? Может, одного танком делать, может, еще как-то, не знаю, посмотрим. Вот, я пока не пойму механику. Блин, можно было бы сделать стрелка из одного, было бы круто. Вот, доспехи рыцаря. Отлично. Давайте так, человека, котовека, за которого я управляю, я буду одевать в дэмэджевые вещи, а... этого напарника своего. Я еще не понял, за кого буду играть. Может быть, в основном за кота. Может быть, я все-таки реально буду как-то меняться между ними. Посмотрим. Но броня, кстати, нужная штука. Броня, если я помню, она откатывается. Да, то есть сначала бьют по броне, потом бьют по жизни, но броня потом откатывается. Это хорошо. Ну вот. Посмотрим по игре, как мы будем проходить. Так, все, тут мы все получили. Руду получили. Отлично. Отдайте, конечно. Это изумительно. Заходите в магазин еще, друзья. Сердечко. Мяу. Да, мяу. Хорошо, пойдем в магазин зайдем. Блин, там что-то есть. Запертый сундук, нужен золотой ключ. Прикольно, прикольно. Стойте, снова какие-то налоги. Прошу прощения, госпожа, но все коты, которые не соблюдают новых законов, отправляются в тюрьму. Что ж, берите. Налоги. Кошалапа. Итак, Коша будет нашим персональным кузнецом. Именно так. Все оружие отправляется ко мне на улучшение. Можете улучшить свою экипировку. Прикольно. Прикольно. Это хорошо. Хотите улучшить оружие? Сколько у меня монет? 175. Можно поулучшать немножечко. Да, но это простые вещи. Я не уверен, что я хочу их улучшать. Или разочек... Ну, у меня... Да-да, давайте разочек улучшим.
суперски. Чем мы теряем? 40 монет. Я же одел их, они уже мне автоматически одеты, да? Да, да, хорошо. Минус 3 жизни. Пойдем. Ну что ж. Великолепные новости. Маги тоже хотят помочь вернуть, свергнуть льва. Поторопимся в туманные Лапуртусова. Что, блин? Есть пройден, кстати. Да, 4 уровень нам зафигарили. Надо не забывать магию использовать. Католичное озеро. Католичное, блин. Ладно. Я по первому разу, наверное, буду убивать всех, но типа надо же как-то качаться. Хотя у нас кача в основном происходит за счет квестов. Ну, я посмотрю, я, наверное, буду пока что с ними сражаться, с этими мелкими. Итак. Надеюсь, маги научат нас какой-нибудь сильной магии. Да, давайте. Я не против. У нас вон книжечка для возвращения, да. Я же говорил, это теория бесконечных временных линий. Эу. Собака! Нас захватывают. Спокойно, те, о ком я говорил. О, мои усики. Скорее идемте внутрь, ваше мурлычество. Ну, пойдемте, пойдемте. Идите к вселенскому... А, да, к вселенскому клубку, чтобы улучшить вашу магию. Клубок, клубок, ага. Хотите улучшить магию? Да, вот магию я бы хотел, на самом деле, улучшить по 150 за одну. Наверное, огненное улучшу, потому что оно дает именно дэмэдж. Вот, а ледяное, ну, оно замораживает, но у меня просто сейчас нет на него, и... Мне кажется... Так, а тут... Магия для новичков. Доспехи магов генерируют ману быстрее. Используйте их, чтобы накладывать больше магии. Запретная магия 4. Путешествия во времени опасны. Все должны оставаться так, как было прежде, чтобы не случилось парадокса. Спасибо. Не-не-не, все, у меня просто денег больше нет на магию. Наверное, не стоило доспехи улучшать. Короче, не знаю, сейчас посмотрим. Солдаты льва идут. Вы должны защитить нас, ваше мурлычество. Вот, возьмите, это должно помочь. Посох молнии. Да вы чё? Оружие магов стреляет с дальнего расстояния. Вот. Так. Так, 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 так. Ты у меня будешь с посохом. Блин, я себе магию прокачал. Ему дал танковую броню и такой, да, давай ты будешь с посохом. А почему у него жизни стало так мало? Стоп, вот этого я сейчас на секундочку не понял. Мы можем поменять... Да, давайте мы поменяем местами тогда. Вот. Да, нет, успокойся, сейчас, ребят, секунду, секунду, секунду. Вот так, вот так. И вот так. Хорошо. Теперь насчет доспехов. Снимаешь. Снимаешь. На тебе дэмэдж. А мне броню. Вот так вот. У него теперь огненная магия, а у него теперь прокачанный на дэмэдж доспех. Все, хорошо, я буду танковать. Давайте так. По приказу короля льва все маги заключаются в тюрьму в одну камеру с огурцом. Кто огурец?
в сторону Будвы. Что за огурец? Я вижу, не оставляйте нам выбора. Выпустите мистера Рокки. Кого, блин? Блин. Ну, сэр, мистер Рокки крайне слаб против магии, верно? Тише, они не должны узнать этого. Надо набить маны себе. Вот так. Красиво. Мистер Рокки, нет! Ай! Нет маны. Да, блин, хорош! Блин, они очень быстрые. Я еще жадничаю постоянно. На! Да хорош меня бить! Блин, надо приспособиться к таймингам. Я что-то вообще... Хорошо, хоть уровень пришел. Короче, да. Он у меня будет магом, я буду танком. Посмотрим. Благодарю вас, ваше мурлычество. Пожалуйста, блин, обращайтесь. Мяуканье теперь мы готовы встретиться со львом в Католицу. Блин, Католица это та же самая кота-столица, которая... Еще один, блин, круто. Которая была и в прошлый раз. То есть я все-таки делаю некие выводы, что эти истории связаны. Окей. Только тут где-то был данж на 7 уровень, да? Ну-ка сейчас посмотрим. Да, пойдемте. 7 уровень я уже осилю, наверное, мне кажется. Да, неплохо. У нас напарник и огнем хорошо фигачит. И, о, еще доспехи рыцаря я себе поднял. Неплохо. Вот, он и огнем хорошо фигачит, и посох у него, и все дела, и, в общем, все хорошо. Больно. Офигенно больно. Ох, хорошо, молодец. Ай! Блин, он меня ударил. Нет маны. Давай, 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 гаси их. Ай. Блин, они меня убьют, если что. Два удара. Не жадничай. Нет! Я думал, он умер. Фух, блин. А как мне теперь восстановиться, не подскажете? Я вообще сейчас... Ну, там еще их двое таких. Так, потом королей разбуди свою внутреннюю силу. Вы изучили меховой щит. Меховой щит! Максимальность маны увеличена. Опа, 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 здравствуйте, меховой щит. Ну, это я одену себе. Это я одену себе. Потому что у чувака сейчас есть два, ну, два магических спелла, и у меня будет два магических спелла. О, нет! Нет, нет, нет! Блин, ты же можешь тупо стрелять! Ладно, с одним-то мы справились. Ага, вот так. То есть, пока второй жив, шляпа белого мага. Отлично. Это мы сейчас отдадим белому. Он же маг.
Шмоточки. Где у нас там было Q? Немножечко. Так, X. И. Вот так вот, да. Оно что дает? 13 хпшки. Круто. Да. Пусть хпшка будет у него. Все, подземелье зачищено-то, нет? Ну, магию мы получили. Кстати, теперь магия будет получаться таким образом. Неплохо. Надо пойти сохраниться. Жизни восстановить там все дела. Ты нам что-то скажешь? Я слышал, в одной из этих пещер есть магическая табличка. А, ну то есть он продолжает нам намекать. Угу. Табличку мы, кстати, забрали. Мы до сих пор 6-й уровень. Оу. Так, по крайней мере, у нас теперь появились дистанционные атаки. Так, на 10 уровень я, наверное, пока что не пойду. Ох, хорошо. Ты на кого там это огненное-то тратишь, блин? Короче, он делает первый удар довольно быстро, потом у него идет какой-то кулдаун. Надо вот этого первого удара избегать. 10 уровень, блин, ну все придется возвращаться, если еще. До свидания. Я понимаю, что бить его в рукопашную неэффективно. Это единственный способ набить магию обратно. Поэтому приходится... Блин, мир огромный на самом деле. Девяностый уровень! Идешь отсюда! Как ты меня задел? Уровень наконец-то. Вот и 7-й. Так, католица. Кстати, католица выглядит по-другому. Вы готовы вернуть свой трон, ваше мурлычество? Да, готов. Наверное. Блин. Это не тот лев, это другой лев. Завершено ли приготовление? Приготовление. Да, лорд лев. Они не заметят его приближения. Это был лев, скорее нужно проследить за ним. Сейчас мы только поспим. Сюда лев пошел, по-моему. Мне кажется. Наверное. Привет. Муркуратор. Муркуратор, блин. Болван, вы попали в мою ловушку, мухаха. Разделаемся с ними, лорд лев. Блин, я был бы не против, чтобы ты поджигал их вовремя. Блин, больно же. Жадничаю. Надо у него огонь забрать. Он огнем неэффективно пользуется. Ай-яй-яй, больно. А, типа я льдом эффективно пользуюсь, ага. Блин! Да ты, Dark Souls, чертов! Кувыркается. Неужели я должен делать все сам? Должен, чувак. Гаси его! А
А чё ты такой неуязвимый-то, слышь? Я заволновался было, заметив ваши мордашки, но вы просто никчёмыши жалкие. Оставайтесь до конца своих дней на этом острове, муха-ха. Чего? Идите дорогу назад на материк. Ну, вон заклинание какое-нибудь. Знаете что, ребятки, давайте тогда на этом моменте мы с вами закончим. Такое произошло у нас знакомством. Естественно, будет полное прохождение, будет следующая серия. Просто я считаю, что сейчас хорошее время, чтобы остановиться. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.